Как раз мы обсуждали не так давно на таком рабочем совещании этот проект, и он будет, я думаю, что в этом сезоне он уже будет существовать как структура. Нам нужно подумать, кто бы мог, скажем так, я знаю, кто ее возглавит, я вижу, кто ее возглавит, да, у меня есть только сейчас человек, который готов, и он уже занимается как бы... Да, Виктор Хряпов, да. Он занимается, пока он на таком, на очень простом уровне, больше как бы разговоров с игроками в командах разных, да, он узнает мнение, да, что не так, где, то есть на таком более как бы ручном, что ли, управлении. Вот, а в этом году мы действительно будем создавать больше это как организации, для того, чтобы все-таки у спортсменов была и юридическая защита здесь, да, потому что действительно есть моменты, которые не всегда, не у всех, во-первых, есть какие-то агенты, да, есть, и по каждому вопросу все равно игроки обращаются в федерацию. То есть мы сейчас фактически и есть профсоюз игроков. Вот. Хотелось бы немножко этот орган, что ли, чуть-чуть его обособить, да, вот, но в то же время он все равно будет в той или иной мере касаться Российской Федерации баскетбола.